На конкурс дети читают стихи. Бадьина Ника, 2 года и 1 месяц. Оренбургская область, город Орск. Стихотворение Алексея Плещеева на тему весны. Травка зеленеет. Давай, солнышко. Травка зеленеет, солнышко блестит. Ласточка сестренька летит. С нею. Солнце как нелестно. По себе с дороги нам печка ей. Всем спасибо. Всем спасибо. Поздравляем с Днем Победы. Днем Победы я поздравляю. Пока.